вами находимся в вашем загородном доме, в таком тихом, красивом месте, где есть пруд, где все из дерева, где много цветов. С какой мыслью просыпается бывший президент Уманис? В советское время и сразу после советского времени, вы знаете, что мой близкий родственник Карлис Уманис был президентом Латвии. С этой мыслью я жил, мыслью о Карлисе Уманисе, может быть, не мыслью о президентуре, о президенте, но часто задумывался, что бы сделал я, если был президентом. Ну, судьба так повернулась, что такая возможность была представлена, и я стал президентом. Что я думаю сейчас? Вы знаете, как бы ни странно, не о политике, не о президентуре. Думаю о том, как сложилась жизнь, как хорошо все-таки жить в своей любимой стране, как хорошо жить, глядя на то, что мы идем по правильной дороге. И не надо осуждать иногда те ошибки, те проблемы, которые существуют. Надо радоваться тем, что ты имеешь. Имеешь свой кусочек земли, имеешь домик, имеешь хороших друзей и имеешь прекрасную страну. Птичьи голоса – это каждое утро. Вот мои мысли. Господин Уманис, наш проект называется «Россия. Я». Вы были в ссылке в советское время. Когда вы были президентом, вы выводили российские войска с территории Латвии. Вот совсем недавно, когда был оккупирован Крым, вы предупреждали латвийских руководителей, что надо все-таки говорить с российскими руководителями, не надо обрывать контакты. Могли бы вы для себя сформулировать, какая она ваша Россия, та Россия, которая близка вам? Но я Россию не хочу связывать только с отдельными личностями России. Будто Ельцин, будто Путин, будто другие личности. Россия – понятие для меня намного шире и намного глубже. Судьба для меня так сложилась. Я Богом охранен, я так считаю, потому что, ну, родился совершенно такое время, когда мир переворачивался каждый день, 39-й год, и каждые 10 следующие года были очень сложными, проблемными. Первые 5-6 лет жизнь в Сибири, и я испытывал все то, что когда-то раньше говорилось, что Сибирь была тюрьма народов. После этого оккупация Латвии, Советский Союз, опять жизнь была очень сложная. И потом Бог подарил нам возможность восстановить то, что было в 1939 году. И связка была, хоть и очень длинная, но своевременная, я считаю. Россия, наша территория всегда была связана с Россией. В том или другом смысле. Поближе, подальше, посложнее, жестче. Очень были неприятные моменты. Но толерантность латышского народа, который никогда не устраивал погромы или тому подобные. Толерантность самих народов обоих, российских и латышских, позволила перебороть те огромные проблемы, которые создавали политики. В Латвии очень жестко ставится нашими противниками вопрос о двухязычной системе. Ну, не будет двухязычной. Она есть на самом деле в быту. Но она не может никогда быть в таком законодательственном порядке, потому что характер огромной энергии языка российского, она проглотит латышский язык очень короткое время. Это я не боюсь говорить не только потому, что переживаю за свой латышский язык, это я говорю потому, что
в Европе очень часто считает, ну что там проблема? Проживает несколько национальностей, ну делайте несколько государственных языков. Вроде кажется очень просто и элементарно, но, допустим, агрессивность одного языка к другому языку, она общевидна. И именно поэтому, не потому, что люди не разговаривают между собой на разных языках, а потому, чтобы не дать латышскому языку уйти в историю, латышский язык просуществовал, я думаю, много тысячелетия. Много тысячелетий. Государственность не было, но язык как таковой выжил. И этот язык очень сильный, очень крепкий, самобытный, но его надо защищать всеми возможными силами. Вы упомянули Бориса Ельцина. Вы тесно с ним сотрудничали, когда были президентом. Вот я процитирую вас. В моем представлении, несмотря на ряд ошибочных решений, Ельцин остается национальным героем России. Он думал не только о своей стране, но и о ее соседях. Но при этом Ельцин сделал все-таки преемником своим представителя КГБ Путина. Любого руководителя, в том числе и российских руководителей, нужно оценивать в рамках конкретного времени. В то время, ну, не мог в России появиться человек характером Путина, когда был Ельцин. И наоборот, я не представляю, как бы Ельцин мог бы сегодня управлять Россией своим характером. Но Ельцин был очень типичный, яркий представитель своего народа. Своим характером, своим отношением. И у него, в отличие от многих российских руководителей, он любил, признавал западную культуру и западную демократию. Сколько любил, не знаю. Это трудно судить и не берусь. Но то, что он признавал, он очень часто обращался к руководителям Западной Европы и Америки с огромным уважением. Он отнесся с огромным уважением к балтийским руководителям, в том числе и к латвийским. Не думаю, что это был только его, так сказать, эмоциональные всплески. Это было в то время необходимо, потому что мы были все идеалисты, в том числе и России. И я думаю, что Ельцин видел те преимущества и те огромные, как сказать, яркие цвета демократического общества. Он видел, но ему сложно было это связывать с российским обществом, которое к этому, как мы сегодня видим, не очень было готово. Или, будем говорить так, у России имеются свои особые специфические взгляды на демократические процессы. И они их формируют на свой взгляд и по своим принципам. Когда вы говорите мне, что Ельцин назначил работника КГБ президентом, не думаю, что Ельцин руководился то время, кем он работал и как он работал. Да, он работал там, где он работал, но для Ельцина, я думаю, были важны другие черты характера. И Путин все-таки, как бы мы его ни оценивали, в свете сегодняшних событий, человек сильного характера. Человек, который решает и делает. Это должны понять западные руководители, американские. И, исходя из этого, должны разговаривать с Россией в том плане, чтобы не получились страшные моменты типа Крыма или что-нибудь похуже еще в дальнейшем будущем. Санкции приходят и уходят. Санкции никогда, как любые штрафы, не вечные. Даже самых-самых страшных преступников со временем, ну, то, что не оправдывает, но выпускает на свободу. То же самое с санкциями, которые сегодня западный мир справедливо наносит России. Но надо дальше думать западным политикам, какой дальше будет диалог. И должны, для меня, например, к удивлению, непонятно, почему западный мир не предвидел ситуации Крыма.
для меня это, как для президента и для как политика, было немножко удивительно. Как же так? Никто в мире это не предчувствовал, не видел, ну и даже не предугадывал. Да, риторика была, что это возможно. Ну, где же все разведывательные системы и аналитические системы и концепции? Оказывается, что западный мир совершенно не чувствовал, о чем мыслит и о чем думает Россия. И вот сейчас, когда идет война на востоке Украины, западный мир предвидит следующий шаг России? Имеет концепцию, что делать с этим? Вот какое слабое место Запада? Трудно сказать. Думаю, что работает намного сильнее. Информационные службы должны работать более сильно. Оборонительные службы. Военный потенциал, и нечего я сейчас скромничать и говорить, что нет смысла производить там пушки, танки, автоматы или что-нибудь подобное. Нужно производить, потому что мы встречаемся с явными агрессивными действиями, которые может в одно утро, так сказать, нас удивить не только этим способом. Поэтому, но не только бомбы решают судьбы будущего. Переговоры, диалоги, встречи. Меня часто американцы спрашивают, ну расскажи что-нибудь о России, мы их плохо знаем. Но сколько мы можем их плохо знать, я спрашиваю американцам. Проходит уже столетие, а вы все плохо знаете русских. Давайте изучайте русских, встречайтесь с русскими. Но не в Сочи, так как сделал господин Керри. Я считаю, что эта встреча была такая немножко эмоциональная, если более не говорить, и практически, ну, может быть, пользу принесла, но не чувствуется это пока. Недавно вы говорили о том, что будущее Латвии зависит от отношений России с остальным миром и от роли Латвии в этом. Вот сейчас недавно был избран новый президент Латвии. Какой бы совет вы ему дали? Как себя вести с Россией? Как строить отношения с Россией? После отдельных встреч с европейскими лидерами, с европейскими парламентами, правительствами, я думаю, что новый президент должен искать пути к прямому диалогу с президентом России. Я это говорю по своему опыту. Когда выводили войска, были очень сложные моменты. Очень сложные моменты. И тем не менее, мы с помощью телепроводов сумели с президентом России найти общий язык и общий разговор. И Ельцину не было проблемы позвонить мне, и наоборот. Сегодня этого нету. Не исключаю, что латвийский президент может быть очень хорошим посредником в разговоре с большими странами Европы, с Россией и наоборот. Вы вспомнили время, когда выводились российские войска из Латвии. Какой был в отношениях с Россией ваш самый лучший день? И какой был самый тяжелый день? Но, может быть, это все, знаете, в одном дне? Я уже говорил, вы сделали передачу с таким емким названием «Россия и я». Ну, можно было и наоборот, да? Но в этом коротком заголовке вкладывается очень глубокий смысл. Моя жизнь сложилась так, что в отношении с Россией светлые и темные дни были всю мою жизнь. Не только президентское время, 6 лет, но все мои 76 лет были так или иначе связаны. Темное время было, когда в скотских вагонах нас вывозили в Сибирь. Светлое время было, когда сибирячане нас встречали, я бы не сказал с любовью, но с человеческим понятием. И вопреки запретам государственными властями, сибирские жители нас очень часто спасали от голодной смерти или от других катастроф и трагедий. Свобода Латвии, независимость, декларации о суверенном государстве – это самое светлое время. Вывод войск – грустный фактор, потому что войска за собой оставляют очень длинный шлейф и не самого светлого образа. Вступление в Евросоюзе, НАТО,
Я не представляю, что бы было сегодня в Балтийских странах, если не было бы НАТО. И с другой стороны, я надеюсь, что никогда не заработает, не будет вынужден зарабатывать пятый параграф НАТО о том, что война, защита, кровопролитие.